Одинцовский фестиваль уличного искусства «Urban Morphogenesis» получит продолжение. Областной фонд поддержки и развития современного искусства запускает проект «Культурный код». Новый проект предполагает организацию среди субъектов Российской Федерации конкурса на право проведения международных фестивалей уличного искусства. Из претендентов экспертный совет выберет три региона-победителя, где с 5 апреля по 20 октября будут организованы масштабные арт-площадки, сопоставимые с новой трехгоркой.